Вот такая картина мира. Весна, можно сказать, не пришла, а просто влетела кометой на просторы кубанских земель. Солнце заходит и выходит, лицо земли меняется постоянно. Давайте просто без обзора. Воды все больше и больше прибавляется. Наверное, дождик еще прошел в верховьях. Хотелось купаться, а тут воробью по колено. Это Андрючка. Дождик сюда еще не дошел, значит. Исключено, что в горах дождик прошел. Но уже больше недели здесь дождей не было, поэтому ничего определенного. В воскресенье, то есть завтра, обещали дождик. Возможно, как раз сегодня суббота. Возможно, он там в верховье Лабы идет дождик. А так по-прежнему дым неопределенный. То ли песчаные бури, то ли дым, ничего не видно. Горизонты замылены. Здесь отдыхают, шашлыки жарят. Любители. Какой разлив воды? В этом что-то есть? Свежесть какая-то. Свежесть, полнота жизни. Вода разлетается, повсюду разливается. Затапливая новые берега. Вода не очень холодная, но и не теплая. Наверное, здесь много рыбы. Вода как раз подходящая по мутности. Кстати, сирень в поселке уже отцветает. В то время как она должна в майские праздники зацветать. А уже почти отцвела. Время быстротечно, как потоки воды речки Лабы. Ковыль волнуется. Сейчас я родник сделаю, вода осветлится, я наберу воду на чай. Грибов я не нашел, надо воды набрать. А вода мутная.
уже родник очистился. Отличная водичка будет. Это мгла. Что это такое? Откуда она? Дымка. Уже продолжительное время, 3 дня уже не проходит. Ну, завтра дождик ожидается. 29-го. Воскресенье. Наверное, смоет все это. О, утка опять сидела. Уточка полетела. Сидит прямо возле. 2 утки. А я здесь хожу. Тут они недавно прилетели. Я уже 2-3 раза ходил туда-сюда. А вот здесь купаться можно. Вода чистая, но не очень глубоко. Заяц бежит. Сюда бежит заяц. Возможно, он не один здесь. Встал, стоит. А, он не знает, как отсюда выйти. Вокруг вода. Вот так это выглядит вблизи. Это я в районе Шутка пытаюсь обстановку обозреть на предмет грибов. Правда, щавелей здесь много, я вижу. И трава начинает потихоньку увядать. Влаги мало. Толча. Зреет. Сегодня 28 апреля. А ярушник цветет. Обычно он в мае, в середине мая где-то зацветает. Грибная дорожка. Но грибов, понятно, нет. Потому что влаги мало. Озеро высыхает. Мало воды. Искупался. Вода по-летнему комфортная. Даже неожиданно. Все-таки весна. Вот отсюда, с этого берега, прыгали раньше. А сейчас вот ноги поломаешь. Опустился уровень воды. 27 апреля. Воды в озере. Мало-мало. Весна, а воды уже нет. Такой сброс воды еще не был здесь. Все высохло вот. Чебрец скоро зацветет. Чебрец. Ранние всходы, ранние цветения. Все растения в этом году.
опережают график развития. Там купаются. Надо будет тоже искупаться. Воды мало стало совсем.